Сегодня это видео я хотел посвятить запуску опрыскивателя, ранцевого опрыскивателя, бензомотоопрыскивателя Чемпион 257. У некоторых знаю, что по моим рекомендациям уже около 10 человек приобрело такой опрыскиватель. Практически у всех, и в том числе у меня, он с полоборота буквально запускается. Но у некоторых бывает возникают трудности с ним, проблемы. Хотел как раз помочь решению этих проблем, ну, чтобы люди понимали, что ничего сложного в этом нету. Запуск двигателя, страница 15. Смотрите же на мою инструкцию. Немножко потертая, побитая жизнью. Давайте посмотрим. Страница 15. Так. Итак. Вот здесь говорится, что нужно сделать перед запуском. Вот, при запуске двигателя. Если двигатель холодный, переведите выключатель в положение ON. Выключено. Ой, точнее, включено. Закройте воздушную заслонку, установив рычаг. Закрытое положение. Вот видите, как нужно сделать. Закрыть воздушную заслонку. Затем, и так, самое внимательное, что сделать. Медленно потяните ручку стартера, пока не почувствуете сопротивление. И резко дерните ее. И далее, после первого хлопка, вот они заключительные слова, после, самые важные, после первого хлопка в глушитель откройте воздушную заслонку. То есть перещелкиваем ее из вот этого режима вот в этот режим. И продолжайте запуск двигателя, пока он не заведется. То есть вот это положение, дергаем ручку, хлопок, и потом вот это положение. На горячую. Здесь тоже говорится сразу же, не переключаем в положение заслонки закрытой, сразу же вот на этом положении запускаем. И проблем у вас никаких не будет. Сейчас я вам покажу наглядно, как это делается. Так, сейчас на наглядном примере опрыскивателя своего я покажу, как он запускается. Не запускал я его уже недели 3, наверное. Но он даже и после зимы легко запускается. Итак, первое, что мы делаем. Вот здесь этот переключатель. Ставим режим включено. Он, видите, и off. Основная ошибка, которой я страдаю, которую бывает забываю, причем и на бензокосилке, на газонной косилке, и вот на опрыскивателе чемпионовском, это вот этот переключатель. Он должен быть в положении включено. Бывает, я начинаю запускать в положении выключено, сильно перекачиваю, заливаю свечу, потом маятаз просушкой совсем. Многие производители делают автоматически, то есть вы только выключаете, он хоп, сам сразу возвращается на место. Ну, к сожалению, не во всей технике. Было бы хорошо, чтобы чемпион прислушался к этому и тоже брал пример с других. Вот положение включено ставим. Итак, сейчас вот этот переключатель, как я показывал, заслонку закрываем. Вот, слышали вот этот хлопок, который здесь был? Переключаем в это положение. Выключаем. То есть вот он, переключатель заслонки. Сделали, дернули, хлопнуло, немножко запустился. Переключаем вот в это, и все, проблем у вас никаких с запуском не будет.